друзья мои. Только так кажется, что музыканты люди богатые. Поэтому иногда мы обращаемся к хорошим людям за помощью. Просто для того, чтобы записать музыку. Ведь музыка, записанная на пластинке, особо денег нам не приносит. Но она нас всегда мучает. Потому что она в наших головах, в головах музыкантов. Что-то надо с этим делать. Мы хотим ее иногда записать. Для того, чтобы ее записать, нужно оплачивать какие-то студии. Иногда, в общем, какие-то непредвиденные расходы. Но, в общем, если есть такая возможность, я был бы очень рад, чтобы вы откликнулись на призыв группы Two Siberians. А это такие ребята непростые, очень талантливые и очень необыкновенные. Будем очень рады, если вы поможете записать этим парням очередной замечательный музыкальный альбом. Сергей Галанин, до встречи!